Так. Продолжим. Плюс я пробую новые настройки, потому что все-таки надо сделать как так, чтобы все самое лучшее было. Так, мы же слишком далеко. Да? А как мне взрывать? Любопытно. А что со звуком? Спасибо, я вижу и так. О, лук. А, можно мне остальное забрать? Так, а что там по настройкам? Хочу освободить. Что я как этого освободить? Где вы? Где? А-а-а.
Мне прям тут уже выбор с лошадями дают. Я так прям больно бью, да? Так. Тихо, тихо, ребят. Ты чё? Мне бы аптечку теперь. Так, схожу к кострам, в которых была. Нам прям худо. Нам очень худо. Они прям идут, да? О, там бутылка есть. Нечего нападать. Так. Где остальные? Ага. Дети. Угу. Прыгал бы он еще. Так. Откуда? Откуда? Мысли. Кто-то убит? Кто? Так шел бы и делал. Где ты?
Бочку с порохом умыкнуть, серьезно? А чё их там так много? Дела у меня плохи. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, ребят. Подождите. Тихо все. Все тихо. Как мне донести? Обхожу как могу. У меня еще и жизни нет. Ага, я сюда надо. И шо? А, подорвать динамит. Пошли, пошли. Уносим, уносим. Вы где? Ребят, мне тут немного плохо. Можете вместе со мной скакать? Мне очень плохо, ребят. Мне прям очень и очень плохо. Скачи быстрей. Не очень-то далеко тут спрятались. Динамит можно поджечь, бросить и ждать, пока рванет.
Стали выглядеть по-другому. Хоть на что-то повлияет. Да нет, не лошадь. Клей. Если я к вам присоединился, это не значит, что можно мной командовать. Ой-ой-ой. Кому еще не отставать? Специально мне дорогу не говорите, чтоб я вас не перегнала. Здесь я, здесь все. Что ты орешь? Я вам что, посыльный, что ли? Конечно. Конечно, отлично, только я вам не посыльный. Он все равно стоит, мог бы пойти вместе со мной. Ну последнюю ты уж возьми. Зачем? Я с бочками не закончила. Дорогу бы сказал. Да, и зачем? Ой, это они их люди худо. Точно. А сами чё?
Поворачивается, конечно. Могу сюда запрыгнуть? Нет. Так, ты кто? А, ты всадник. Следующий. Окей. Понятно. Главное бы не заблудиться где-нибудь, а так. Большой круг я сделала. Куда нам? Ага, и что дальше? То есть он не мог с бочкой закончить все это время. Где я? Стой. Как сказали, огонь. Там не так было. Почему он кто-то говорит? Очень странно. Под нас, серьезно? Вы чё, с ума сошли, что ли? Прекратите, ребята.
тоже умею с динамита. Серьезно, их там еще много? Что, мне нечего даже кинуть? Ворвались. Он их сын, 100%, он дитя Апачи. Эту тайну нам и хотел рассказать Нед. Ты нажил на себе новых врагов, знание силы. Слухи на Западе разносятся быстро, порой так даже слишком быстро. Возможно, пора тебе сосредоточиться на совершенстве своих навыков и подналечь на все сюжетную работенку, то бишь задание. Заодно и экипировку будет на что обновить. А то сказывают цены, то на привозной товар нынче в рост пошли. Там и так вроде выполняем кучу подряд. У нас есть лук, и мы можем теперь волка-то найти. Опа. Угу. Где-то поблизости этот волк. 100%. Это волк? А, это бандиты. А мне нужен волк. Нельзя дальше? Чудеса. Тихо. Интересно, сколько тут сюжетных миссий? Чем ты можешь помочь? 150! Ничего себе. Почти все у него выкупили. Это кто, бандиты? Угу.
Вряд ли два волка. Хотя, кто его знает. Все. Интересно, сколько эта игра проходит? Я смотрела, сколько игры, и вроде половина уже есть. Шарпс 1874. Шарпс образца 1874. Отличная дальнобойность и огневая мощь. Отдельное оружие для снайпера. Идеальное оружие для снайпера, любящего работать в безопасной дистанции. Ничего себе. Ну ты-то отойди. Ого, у Клея так мало жизни, ты чё, Клей? Какое ужасное оружие. Оно еле-еле стреляет.
Каким образом? Стреляя из этих непонятных? Короче. Как что? Хорошо. У меня отсюда гораздо его лучше можно прикрыть. Так куда проще, чем... Да? Меня это не устраивает. Где? Я тебя видела. Это наш был, по-моему, или нет? Простите, кого я цепляю, кого не должна, лошадочки. Какая ужасная картина. Серьезно, вот так? Держусь, держусь. Ничего себе. Да, чуть меня не добили. Какую атаку? Просто себя застрелить. Серьезно, с пушки прям? Чего сказали?
Угу. Есть пустой класс. Че, он себя не убил? А тут есть что-нибудь? Помимо патрон. Да дайте мне лечилку. Что тут? Никто даже не это. Ой-ой-ой-ой-ой. Где я? Кто я? Пей. Где ты? Допустим. Чего? Да как так-то? Где он там? Допустим. Еще я покину пурку. Где-то там один, да? Скажите, что это все. Хорошо. Да, прям еха. Будем нападать. Десять, хотя бы разные было за разные куски. День. Последнюю миссию можно. Угу.
Окей. No problem. Так. Да. А где это место? Можно мне узнать? Чё стоим? А слишком далеко. Ой-ой-ой. Это что такое? Следующее. Куда ты мне показываешь? Это дробовик. Окей. Давай, кто там выглядывает еще? Выгляни еще раз. Ща-ща-ща. Пойдет. Ты долго еще ехать собираешься? О, хилка.
Так. Окей. Куда дальше ты катишь? Нет, его не трогать всем. Кто еще где? Они эту отправили, лошадь. Было бы тут еще видно, куда она стреляет. Не вижу, где они. Так как-то орудие стреляет. Есть. Ребятушки. А чё у вас там так? Кто где? Шапка лишняя, ребят. Девчули, девчули. С тобой можно говорить, наверное? А тут что? А, тут подобрать надо. Окей. Там
кто-то угорает. Прям серьезно так. Да. Миллион. Убить Худу Брауна? Окей. Ой-ой, кто где? Хоть кого-нибудь задела. Да? Кто тебе такое сказал? Так, в рукопашку на него не идти. В рукопашку мы не сильны.
Да, он куда-то убежал. Где ты? Входи. Чего? Чего? Он сказал, чтобы... Он сказал, он решил, чтобы тот все сам сделал. Круто тень, круто тень. Угу. Параные кольты, револьверы, покорившие Запад. 45-й калибр, высокая скорострельность, быстрая перезарядка, изящная отделка. Худ никогда не расставался со своей парой кольтов. Окей. Это про какого? Что бы ни лежало в том сейфе, могу дороже жизни. Так что если я успею первым, то, быть может, мне все же представится шанс довести до конца то, что не успел сделать Нед. Окей. Но мы потом пойдем сохранить. Давай, куда там? Хранить, да. Это мы сделаем все потом. Так.
Так.